зовут Ирина. Я впервые посетила этот марафон. Хочу поблагодарить организаторов, которые сделали грамотно, продуманно все. Викочку, которая вела этот марафон. Молодец. Она столько людей зажгла своим энтузиазмом. Помогла разобраться, что такое Инстаграм. Люди, которые в первый раз вообще видели, что такое Инстаграм, научились пользоваться. Вот я, моя подруга Рима, которая уже 68 лет, для нее было тяжело, но она помогла, поняла, вернее. И благодаря Инночке, которая очень грамотный, умный, добрый человек, смиренный, кроткий, всегда готовый прийти на помощь, мы научились пользоваться Инстаграмом тоже. Спасибо вам, большая дружная команда. Мы научились работать в онлайн-бизнесе. Это так здорово, это обогащает, это дает столько возможностей. Спасибо вам большое за все. И будем дальше продолжать, потому что это настолько интересно, это как новые исследования, новый океан знаний. Будем надеяться, что еще встретимся в нашей дружной команде. Пока-пока. Всем привет, меня зовут Даева Лилия. Хочу оставить отзыв про онлайн-школу «Вип-интенсив», которую организовала Виктория Пак. На марафон меня пригласила Елена Цветкова. Спасибо большое, Еленочка. Уважаю, люблю. Также хочу поблагодарить замечательную женщину Викторию за весь этот период обучения, за знания, которые вы нам дали и хотели до нас еще донести. Спасибо огромное. Я многому научилась, я получила хорошую базу знаний, много интересного узнала от этой школы. Огромное спасибо хочу сказать Елене Павловой. Еленочка, Мариночка, спасибо, девочки, за поддержку, за понимание, за ваш труд. И всем тем, кто был с нами в нашей команде, огромное спасибо за лайки. Всем привет! Меня зовут Клипханова Светлана. На марафон меня пригласила Кауфман Екатерина, моя подруга, моя партнер по работе. Я очень благодарна Виктории Пак, всем кураторам, всем, кто вел вебинары. Было очень полезно, очень доступно, четко, ясно. И то, что мы сразу это применяли на практике, это было вообще замечательно. Конечно, этих 5 дней это было и очень волнительно, и в то же время так интересно. Огромная благодарность вам всем и тех, кто участвовал в марафоне, за поддержку, за ваши лайки, комментарии. То есть из этого марафона я бы вынесла массу всего полезного. Огромное спасибо. Пытаюсь сделать небольшой сейчас видеоролик свой, чтобы поделиться с вами той радостью, которую я получила, занимаясь в онлайн-школе «Вип-интенсив». Всего лишь 5 дней проходили занятия, но настолько это было интересно. Знаете, вот словами все это не передать. Эмоции переполняют. Хочется, конечно, поблагодарить руководителя, организатора этой школы онлайн «Вип-интенсив» Викторию Пак. Какая она умничка! Какая она талантливая руководительница, в нее столько всего умещается, я не знаю, как это можно поместить в такую голову, столько информации, это у нее второй компьютер, а не голова. Конечно, Вика, ты умничка, продолжай и дальше так дерзать, потому что твои эти знания, которые ты включаясь со своими кураторами, со своими помощниками программу. Они, конечно, нам всем нужны. И нам так было интересно, но я могу смело сказать за всех, потому что чувствовалось тепло атмосферы,
вот такой дружной нашей команды, которые старались все делать, как-то переживали. Ой, боже мой, даже не верится, что это все закончилось, а хотелось бы продолжения еще. Но сегодня, конечно, у меня еще задание такое. Я первый раз должна выйти в эфир. Волнуюсь даже вот сейчас, чтобы вам сказать, что у меня будет эфир. Я не знаю, что там, как, чего. Но хочется поделиться для того, чтобы продвигать свой успешный путь, чтобы становиться успешным в этой работе. Мне этого очень хочется. Поэтому жду вас на прямом эфире, который, думаю, что должен произойти, если не подведет меня никакая техника. 14 часов. Я, конечно, волнуюсь, но надеюсь на вашу поддержку, на ваше понимание. И узнаете, какие у меня там мысли появились, какой там у меня теплый комочек появился. Я хочу с вами поделиться. Добрый день всем. Вот и кончились 5 дней марафона. Он был очень жарким. Приходилось попотеть. И я думала, что я не справлюсь с заданиями, потому что задавались домашние задания. Я думала, что я не справлюсь. И все-таки, несмотря ни на что, я дошла до конца марафона. И хочу поблагодарить Викторию Пак, организатора этого марафона, организатора школы онлайн, которая проделала очень огромную работу, которая старалась, видно было ее желание, ее старание, чтобы донести до нас, чтобы мы могли правильно понимать, как работать в Инстаграм. Она показывала доходчивые примеры. И, конечно, она вложила много терпения, много времени тратила на это. И также, и чему я научилась в этой школе, я не знала, что такое шапка. Я научилась, поняла, что это такое, научилась ее оформлять. Я не знала, что такое посты, научилась их писать. Не знала, что такое целевая аудитория. И многому другому я научилась на этом марафоне. И спасибо Виктории Пак за то, что она организовала эту онлайн-школу. Но я справлялась с заданием благодаря команде, потому что в команду входили кураторы и капитаны. И вот благодаря кураторам, например, вот Елене Павловой, благодарна я за то, что она помогала понять, где эти кнопки нажать, где чего, куда чего переслать. Она мне в этом помогала. Как бы стала потихонечку открывать мне глаза на это. Также спасибо капитану Виктории Петковой, которая помогала справляться с заданиями, потому что что не понимала, я обращалась к ней, никогда не отказывала. И она с такой теплотой, с такой добротой, с таким пониманием всегда отзывалась, никогда она не отказывала, никогда не и всегда поддерживала. И также еще команда была у нас хорошая, дружная, потому что мы все вместе собирались после лекции Виктории. Мы все вместе собирались, обсуждали, как это делать, домашние задания. И вот это все помогло мне справляться с обучением. И спасибо
моим дорогим, спасибо моим дорогим капитанам и капитану и куратору, спасибо организатору, замечательному организатору Виктории Пак, и приглашаю других посетить эту школу. Вы об этом не пожалеете, много узнаете и научитесь правильно, как правильно работать в Инстаграм. Все, пока-пока. Здравствуйте. Привет всем. Меня зовут Татьяна. Хочу поделиться с вами своими эмоциями от марафона, который вела Виктория. Спасибо за то, что буквально за 5 дней пробудили во мне те способности, о которых я даже сама не подразумевала и не знала. И также благодарю дружную команду за поддержку. И я хочу и дальше продолжать работать с этой командой и усовершенствовать свои навыки. Добрый день всем участникам ВИБ-интенсива 2, который организовала Виктория Пак. Всем хочу высказать свою благодарность за обучение, за поддержку Валянской, Братко и Виктории Пак, и девочкам, которые работают с Усюра, всем, кто помогал, кто поддерживал, кто направлял. Всем большое-большое спасибо. Очень хорошую идею девчонки затеяли. Очень хорошее дело для таких, как мы, выдержали наши все неудачи, помогли. Так что всем советую, обращайтесь на интенсив, и вам покажут, расскажут, как пользоваться Инстаграмом и для чего это надо в жизни, что это вам даст. Пожалуйста, обращайтесь. Вам все помогут. Всем большое. Дорогие, хотела оставить видеоотзыв на наше все обучение, которое проходило у нас в онлайн. Обучение было VIP-интенсив от Виктории Пак. Я очень благодарна за это обучение, на котором я очень многое получила. Я узнала, как писать посты, что такое посты, боль. И очень многое другое. Я узнала о том, как найти людей, которые будут тебе близки, с которыми будет комфортно работать, что такое личный бренд, целевая аудитория и многое другое. Очень благодарна за это обучение. Также благодарна Виктории и нашим куратору Жанночке и, конечно же, капитану Стасу. Огромное спасибо тоже поддерживала группа, команда наша. Привет всем. Очень классное обучение. Всем привет. Меня зовут Дина. Хотела бы оставить отзыв о онлайн-школе VIP-интенсив, которую организовала Вика. Тебе огромное за это спасибо. Совершенно не жалею, что пришла в эту школу. Почему я пришла? Самый главный аргумент, как и говорила во вчерашнем прямом эфире, это чтобы настроить свою страничку в Инстаграме для того, чтобы были входящие заявки. И они у меня уже появились, и не одна. И у меня еще обучение в школе не закончилось, а ко мне уже начали писать люди и оставлять заявки. Вот, с вопросами. Это было так круто. Мне очень это нравится. И, во-вторых, я вчера вышла в прямой эфир, то, чего я не могла сделать целых 2 года. Это тоже прорыв благодаря онлайн-школе. Так что всем советую, присоединяйтесь. И еще один отзыв. Мне так понравилось учиться в школе, что я буду продолжать. И мне понравилось то, что мы в команде работали, что у нас такая сплоченная команда образовалась, прям как семья реально. И мы будем продолжать обучение и взаимодействие дальше, вне зависимости от того, кто в какой компании, кто чем занимается, кто где живет. Вот, мы будем поддерживать связь и дружить и развиваться вместе. Поэтому всех призываю еще раз. Можете отправить это сообщение своим друзьям, кому интересно развиваться в интернете для себя или для развития бизнеса. Они не пожалеют, если присоединятся к нашей школе. Всем привет, доброе утро.
решила оставить отзыв о марафоне. Марафон вообще, конечно, очень сильный был. Очень много было всего нам дано. Я даже не знала, каким он будет, простой, сложный. Ну, учиться я всегда люблю. Вот. Но что меня больше всего поразило, это вот эта вот движуха. Вот, так обогатилась моя страница и подписками, подписчиками, лайками. Вот, ощутила личностный рост, почувствовала свою какую-то, не знаю, значимость. Вот, мне наставники помогали, ученики, никто меня ни разу не осудил. Вот, я обрела новых друзей и поверила вообще вот в реальность, в актуальность этой деятельности MLM. Вот. Ну, это реально вдохновляет, ребята. Даже забыла напрочь про этот карантин, напрочь забыла, что вообще внешне творится. Полностью, короче, погрузилась в эту учебу. Спасибо за внимание. Всем привет, меня зовут Виктория. Как вы уже поняли, я организатор школы VIP-интенсив. Спасибо вам, дорогие мои выпускники, за теплые отзывы. Отдельное спасибо всем моим кураторам и капитанам, которые провели огромную работу со своими учениками. Они реально не спали сутками в течение этого марафона, пытаясь помочь и удовлетворить все запросы их учеников. И это дало свои результаты и плоды. Когда закончился у нас марафон, буквально мы все лакали, проливали слезы радости из-за того, что мы все сдружились, да? Вот. Поэтому, кто хочет присоединиться в нашу дружную и сплоченную команду, внизу есть ссылочка на чат в Телеграме, наш чат ожидания вебинаров и марафонов. Если вы хотите непосредственно пообщаться с уже выпускниками, то вы можете там найти их контакты и именно лично поговорить с ними, послушать их непосредственно, тет-а-тет, правда ли это или неправда то, что вы увидели в этом видео. Вот, и я вас уверяю, если вы решите для себя присоединиться к нашему VIP-клубу, то вы останетесь там навсегда. Всем пока!